Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и с вами снова возвращаемся во Friday Night Funkin. И вот тот самый мод про... Про кого там нафиг мод, я уже забыл. Ну, короче, сейчас посмотрим. То есть я забыл название. А, вот, Mid Fight Message, да. Вот, короче, она вот у нас тут сидит, такая вот монашечка. И это про нее мод, да. Но там еще тоже какой-то чел. Я не знаю, как его зовут. Я вообще не знаю, откуда вообще эти люди. Вот откуда они взялись, почему-то они у меня ассоциируются с Country Humans, но если я вдруг ошибаюсь, то можете закидать меня тапками. И хотя, знаете, лучше вы этого не делайте. Потому что, ну, я серьезно не шарю. Поэтому давайте, вот, я сейчас объясню, как сюда вот это вот все, как здесь это все открывается. И, в общем, это, я так понимаю, все через фриплей, потому что, ну, я думаю, то, что через неделю будет как-то неудобно вот это вот все делать, поэтому через фриплей. Вот, переходим, в общем, в Spookies, и сейчас у нас, я так понимаю, начнется первый батл. Поэтому вот да. Ну или может они тут как-то в разброс, я не знаю. А, да, это походу первое. Ну и вот, собственной персоной, та самая монашка, за которую вы больше всего проголосовали. Так. Ну, знаете, пока что все легко, хотя... Кто-то говорил, то, что это вообще какой-то полный хардкор. Но, видимо, меня пока что пытаются обмануть. То есть, знаете, типа, такой прием, чтобы я расслабился. Да? Ага, все, я понял. Это как на последней неделе в оригинальном Friday. Там тоже, блин, стрелочками закидали. И там даже дело не в том, что они... они не быстрые, а просто их очень много и... Ага. Ну, хорошо. А хотя, знаете, у меня стрелочек-то не так много. Да и это... Да это вроде норма. Ну, в общем, посмотрим по ситуации. А вот это я ненавижу. Вот так вот не делай, пожалуйста. Если мне тоже такое дадут, то я, наверное, не справлюсь. А, это как в спуке... да. Это как жуткий месяц. Тихо, тихо. Нет, я все-таки справился нормально. А то я думаю, сейчас будет меня тут разносить по фактам. Так. За богохульство какое-нибудь там. Ну я, короче, не знаю, что там по предыстории. Но вроде как они что-то зашли в туалет. В какую-то... Ну, может, церковь, я не знаю, что это такое. Но я чисто отрывками помню. Поэтому, если я ошибаюсь, можете меня дополнить или поправить. В общем, как-то так. Но... Блин, все-таки это как-то даже не сложно. Так, все. Настало время перезапускать запись. Вот у нас. Ой. Ой, что делает? Ой, что делает. Так, все, спокойно. Собрались, все. Нам сейчас нельзя тупить. А я все равно это делаю. Хотя я даже не туплю, я просто не попадаю по кнопкам. А знаете, неплохая музыка, в принципе. Угу, хорошо. Ну, вроде лучше уже. Опять закидала, падала, блин, ладно. Простите меня. Так, все, не буянь, пожалуйста. Я тут, блин, так продержался хорошо. А вот так вот можно постоянно, пожалуйста? Так. А вот это не надо. Тихо, тихо. Фух. Нет, она опять начала. Опять тут запустила свою шарманку. Но я ее туда уже влево слил. Потому что я сосредоточился. А сейчас, походу, концентрация моя сдохнет. Ой, опять начала вот это вот. Вот этот вот флекс. Так, тихо. Все нормально. Так, тихо. Все нормально, нормально, нормально. Па-па-па-па-па-па-па-па.
Ой, все, лучше бы я это вообще не делал, потому что, я так понимаю, когда я начинаю подпевать, бойфренд просто встает в ступор от моего пения. О, нормально. Но я прошел, все-таки. Вот у нас теперь, короче, другой чел. Так, я что-то промахиваюсь. Так, секунду. Так, надо немного расположить. Ай, блин, тут еще одновременно на сразу несколько кнопок нажимаю. Витя, это ты? Все нормально? Что случилось с тобой? Блин, это какой-то русский Витя нафиг. Что с тобой? Ой, нет. Я, кажется, понял, чем это все закончится сейчас. Да. Да, я понял тебя. Но мы, в принципе, можем это все дело на изи попробовать, чтобы пройти эту песню, я полагаю. Так, я поставил изи, и он вроде как угомонился немножечко. Да. Потому что... Нет, он все равно какой-то отмороженный даже здесь. Ну ладно, я попробую все равно. А все равно не получается у меня. У меня все равно не получается. Да, у меня все равно, блин, не получается. Короче, я пока что запустил хардмод. Ну, здесь как-то... Ну, все равно как-то это... Простенько. А, блин, чё я забываюсь? Там же дальше она это спамить начинает вот, по полной программе. Поэтому это я что-то, блин, опять. Опять я что-то наивным стал немного. Так. Угу. Так, всё. Вроде нормально. А, не надо. Вот так вот не надо делать. Так, мне надо сосредоточиться. Так, а почему я не попал? Так, мне надо ускорить нажатие. Потому что сейчас будет уже жестко. Ай, блин, опять это параша. Ой-ой-ой-ой, ой, я понял. Да, понятно. В общем, хоть что-то мы здесь с вами попытались пройти. И, ну, в принципе, ну, как сказать, результат, по-моему, 50 на 50, потому что мы с вами не смогли уделать того мутного чела в шапке-ушанке, потому что мне он что-то пока что не по зубам, вот серьезно. Вот как-то так, в общем. Вы просили, вот я и сделал. Поэтому давайте на этом заканчивать. А ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, ставьте группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!